стали известны время и дата прощания с популярной актрисой и телеведущей Русланой Писанкой, которая ушла из жизни 19 июля после тяжелой болезни. Муж покойной, Игорь Исаков, сообщил, что прощание состоится 2 августа в Германии, в городе Кайзерслаутерн, где Руслана проходила лечение. Церемония состоится возле церкви городского кладбища в 10 часов утра. Затем прах Русланы доставят в ее родной Киев, но когда это произойдет, пока информации нет. Ранее супруг телеведущей рассказал, что она скончалась от онкологии. 56-летняя Руслана мужественно сражалась с тяжелой болезнью, однако победить недуг не удалось. Игорь находился рядом с ней и всячески поддерживал супругу. Детей у Русланы не было. У Игоря есть сын от предыдущего брака. Приносим соболезнования родным, близким и коллегам Русланы.